Клеопатра. Без 15:08. Время. Пятница сегодня. Сегодня намного теплее вечером, чем было вчера. Вот, днем вчера было очень жарко, а вечером было почему-то холодно. А сегодня днем не так жарко, как вчера, но вот сейчас зато я вот только достал свою кофту, сидел в футболке, ходил в футболке. Очень тепло сейчас, хорошо. Где-то 21-22, наверное, но не меньше. Тоже много местных на всех площадках, на этих спортивных. Обе площадки. Здесь тоже люди ходят, гуляют, и местные, и туристы на лавочках. Фабаки тут. Мой болтус тут, хотя несколько дней был на Клеопатре, его не было. Сегодня тут куча собак. На детской площадке все. Много людей тут и очень много наших тут сейчас. Погнали. Они тут кошек так гоняют. Прикольно. Кошка бежит, он хлоп на дерево. Других шансов нету кошки уйти от них. Тепло, хорошо, людей много. Все в футболках вон ходят вообще сегодня. Ну, хорошая погодка. Вчера было холоднее, тут никого не было почти. И царица кошек сегодня присутствует. Несколько дней я не видел. Она уже откликается даже, говорит, царица кошек. Смотри, на головой махал. Царица, тебя все уже знают, ты звезда Ютуба. Это таки самая большая, тут было пару больших. Пока ее не было пару дней, но, конечно. Царица у нас гигантская просто кошка, да? Ну что ты стесняешься, отворачиваешься? Кс-кс-кс. Царица. Кс-кс-кс. Ты стесняешься? Ты звезда. Так, люди тут. Чем показать, кафешка или это ресторан отеля какого-то. Люди есть по кафешкам, кстати, вон Palm Cafe, люди есть. Поеду по оба немножко погуляю еще. Там, где буквы светящиеся, выйду сейчас. Возле стадиона мы находимся, вышел здесь. Смотрите, как все светится красиво у нас в центре. Крепость. Погода классная. И такой, знаете, сейчас, ну, как сказать, запах дождя. То есть в горах, возможно, где-то идет дождь, такой вот аромат, такой вот, ну вот как во время дождя или как после дождя. Надеюсь, у нас дождя не будет, но в горах пусть идет. Вообще супер погодка. Море тихо, спокойно, волн не слышно. На улице не холодно, и многие местные ходят пешком. Вот сейчас туда, в сторону Тосмора, постоянно люди туда-сюда идут, в принципе. То есть дорожка не пустая. Когда тепло, они все любят гулять. Вот мы входим в район Оба. Танчики работают, все светится, апельсинка крутится, красота. Сейчас фотку вам сделаю для сообщества на канале. Вообще погода просто огонь. Оба пустынная, по этой улице вы гуляли, кто в Артемис Принцесс отдыхал, White Gold, Оба Тайм. Но вот ресторанчик один работает, и даже живячок там сейчас играет, стейкхаус. Даже ребята играют, но там буквально пару человек в ресторанчике. А так везде пусто. Осень. Все, друзья, маленькое такое путешествие сегодня было по разным районам. Все, пока. Может, вы даже увидите это сегодня сразу. Привет из Алании.